dvhub.ru. Для меня этот праздник означает, что как в древние времена люди объединяются, потому что есть в этом насущная необходимость, потребность для каждого человека, потому что это социальное существо. Для нас это лишний повод, лишний раз вспомнить, что все мы единая семья, живем в одной стране, на одной земле. Нет смысла ссориться или тянуть одеяло на себя. Все мы одна большая семья. Нужно дружить. Праздник празднуется не так давно, и он, в общем-то, вначале был мне не совсем понятен, даже честно вам могу сказать. Но в последнее время, когда вот он оброс вот именно вот такими народными фестивалями, фольклорными фестивалями, а эта тема мне очень близка, потому что мы все время занимаемся соединением народов, единением народов, то я считаю, что вот этот праздник, как единение народа, как представление культур разных народов, мы вместе поем, вместе танцуем, вместе водим хороводы, он сразу приобретает какой-то вот ясный, понятный смысл, в нем появляется идея, и для меня он сразу стал близок и даже где-то и любим, потому что эта тема моя. Самая главная тема – это «Россия, объединяйся», чтобы не было у нас разрозненности. Мы должны быть все вместе, потому что действительно вот «Россия объединяет» – это смысл всех россиян.